Привет, ребята, это истинный следователь. Хочу еще показать один просчет в нетопах Asus. Вот такая планка крепления жесткого диска, видите, и она вот в этом месте соприкасается с платой жесткого диска, и на эту сторону выведены контакты. Они, конечно, не торчат, но может замкнуть все-таки. Если там влага немножко сконденсируется. И вот здесь вот диск стоял. Видите, они залепили пленочкой. То есть эти дурни в Асусе должны были из пластика эту сделать штуку. Либо сверху накладку пластиковую, либо пленку налепить. Ну, это я не знаю, это Asus налепили. Видите, здесь есть винты. Ну, винт как бы все равно заземления касается. Винт на заземлении, как я понимаю. Ну, вот такой вот. Сейчас я туда запихнул изоленту, кусок. И так вот постоянно. В этих китайских... гонконгских, тайваньских инженеров. Элементарные просчеты. Но у вас все будет замыкать, отваливаться, а потом вы будете бежать и покупать у них очередной хлам. Пока, ребята.